криптовалюты для помощи пострадавшим. Благотворительная организация, базирующаяся в Антигуа, просит помочь жертвам урагана Ирма криптовалютой, сообщает News Bitcoin. Антигуа пострадала от урагана Ирма, который уничтожил почти 90% зданий на островах. Кальвин Айре, основавший свой благотворительный фонд, сказал, что они принимают пожертвования в криптовалюте. Он также объявил криптосообществу, что из какого уголка планеты не было бы пожертвования, нужно отправить копию квитанции, а фонд Кальвина Айри добавит такую же сумму к деньгам, которые они уже собрали. В последние дни криптовалюта играет жизненно важную роль в таких случаях.